Сегодня в администрации муниципалитета прошло очередное заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Его провела секретарь отделения, глава городского округа Юлия Купецкая. Первое в этом году заседание политсовета традиционно начали с приема новых членов. Партийные ряды пополнили 11 сторонников. Юлия Купецкая рассказала участникам совещания о работе оперативного штаба по ликвидации неблагоприятного запаха с полигона ТКО «Лесная» и о дальнейших мероприятиях, направленных на закрытие свалки. Кроме того, она еще раз подтвердила, никаких новых объектов, связанных с переработкой отходов в Серпухове, не появится. По территории городского округа Серпухов на сегодняшний день площадок для дополнительных полигонов, строительство предприятий комплексного оборота отходов, да, не планируется. В территориальной схеме с обращениями отходов городского округа Серпухов не значится. Реализация партийного проекта «Детский спорт» – еще одна тема заседания. Эта программа реализуется на территории Серпухова уже 5 лет и приносит существенные результаты. Значимыми мероприятиями проекта является старший традиционный кубок Серпуховского Кремля под дзюдо, посвященный памяти Романа Катасонова, летний шахматный фестиваль, ежегодный шахматный турнир на призы местного отделения партии «Единой России», посвященный Дню космонавтики, акция «Выходи играть в хоккей», традиционный летний турнир по футболу среди дворовых команд, турнир по самбо памяти Николая Егорова, спорт против наркотиков и, конечно же, еще другие масштабные спортивные мероприятия на территории городского округа. Политсовет рассмотрел предложение поддержать футбольную школу «Крепость», воспитанники которой добиваются серьезных успехов на региональном первенстве и пополняют ряды престижных футбольных академий федерального уровня.